На Луганщине продолжают восстанавливать социальные объекты. В 2014 году прямое попадание снаряда полностью разрушило крышу в здании Попаснянской районной больницы. Сейчас кровлю уже заменили, вставили пластиковые окна, установили новую систему отопления, а еще закупили современное медицинское оборудование. Подробнее далее в материале. Попаснянская районная больница начинает приходить в себя. Дыры в крыше больше нет, в здании теперь тепло. Этаж, где находится женская консультация, уже полностью отремонтирован. Там новая мебель и современное медоборудование. Старый аппарат УЗИ теперь пылится на складе, а пройти бесплатную диагностику на новом аппарате выстраиваются очереди. Теперь здесь есть и новая комната планирования семьи. Конечно, мы это говорим, он-то не ожидали, что в наших условиях может быть такое. Мы очень довольны. Такого попаснения ни у кого нигде нет, как у нас. Это терапевтическое отделение Попаснянской больницы. Здесь тоже новая мебель и оборудование. Работает дневной стационар. Также можно бесплатно обследоваться на новом аппарате ЭКГ. Спасибо, что сделали ремонт. Теперь можно пролечиваться в дневном стационаре. Тепленько, уютненько, чистенько. Санузел, все в порядке вообще. Лучше не болеть, конечно, но когда попадаешь в больницу, приятно. Все чистенько, все красивенько. Хочется и лечиться в таком учреждении. И быстрее, конечно, пациенты будут выздоравливать. Ремонтные работы в здании больницы все еще ведутся. В новом 2017 году на первом этаже откроется отделение профилактических осмотров. Светлана Попова, Александр Буряк, ПДИ.